Привет, это Арчи, и я покажу тебе очень увлекательную и красивую игру про викинга Одмара. Итак, погнали! Викинги – величайшие воины в истории. Их боятся, и ими восхищаются во всем мире. Они готовы снова сразиться во имя славы и процветания своего народа. Два молодых викинга, Васкар и Одмар, выросли в этой деревне. Их ждали величайшие свершения, уготованные самими богами. К сожалению, боги забыли посвятить их свои планы. Одмар прощался со своими родителями, как и сотни раз до этого. Они всегда возвращались домой. Но только не в этот раз. Грустно-печально. Посмотрим, что дальше. Вижу красивую графику. Горы, елки, озеро, корабль. И Одмар сидит у костра с лягушкой. Поехали. Уровень 1. Локация Мидгард. Шли года, а викинги продолжали совершать опустошительные набеги и наживать богатство. Вождь викингов гордился своим народом, но он был жадным и упертым правителем. Он хотел расширить свои владения, независимо от их последствий. Вождь презирал Одмара. Он никогда не сражался за его деревню, но выживал за их счет. Вождь больше не мог это терпеть. Одмару нужно будет в одиночку разграбить лес и сжечь его дотла, чтобы их деревня могла процветать. Если он откажется, то его ждет та же участь, что его старого друга Васкара. Вся деревня насмехалась над Одмаром, и он заперся в своей хижине. Одмар был унижен и оскорблен. Он любил свой народ, но не мог стать тем, кем они хотели его видеть. «Возможно, — подумал он, — я не настоящий викинг. Быть может, сон пойдет мне на пользу». Одмар не мог поверить своим глазам. Прямо перед ним стоял его давно потерянный друг Васкар. Вместе они стояли перед священными вратами в Вальхаллу. «Подожди!» — воскликнул Одмар, наблюдая, как его старый друг шагнул навстречу свету. Перед Одмаром появился странный призрак. Это была лесная фея. Она осудила эгоизм Одмара и его растраченный потенциал. Он подвел всех, кто был ему близок. Он не заслужил места в Вальхалле. Но взамен она предложила наделить его огромной силой. Если он сможет ей правильно распорядиться, то, возможно, он получит место в Вальхалле. Однако всему есть цена. Одмар проснулся от волнения. Какой-то странный сон. Он казался таким реалистичным. Как эта сумка здесь оказалась? Неужто это та самая сумка, которую он видел во сне? Он заглянул в сумку. Гриб? И съел его. Спит наш Одмар. Просыпайся, старичок. Так, давайте зайдем сразу в меню настроек. Ага, экран, элементы управления. Посмотрим, что это. Вот, так-то лучше. Есть кнопка грибок. Это прыжок. Классно, он прыгает, у него остаются растущие грибы. Так, топорик, кнопка. И... ага, кнопка удара. Пригодится. Собираем монетки. Тут они сделали необычные монетки, треугольные. Что нам скажет этот дядька-старичок? Ничего. Он обрадовался, поднял руки, и мы пошли дальше. Будем собирать каждую монетку. По крайней мере, постараемся. Вижу монетки в виде стрелки вверх. Так. Опаньки. Прикольно.
Классно, скелет рыбы нарисован, если кто-то заметил. Ну, графика очень-очень качественная. Похоже, это что-то колючее. Воу, больно было. Ладно, мы с тобой еще не закончили. А вот и та секретная монетка, которую нам нужно собрать. Аж целых 3 штуки. Игра сохранена. Понятно. Значит, это была точка сохранения. Воу. Кажется, я понял. Активировал мельницу с помощью кнопки, которая находится прямо в мосту. Идем дальше. Привет, овечки. Вау, кто это такой? Одноглазый. Ух, страшный. У него гриб на спине. Вот как с тобой нужно. Я знаю. Значит, вот таким прыжком попробуем тебя. Опа, куда же я провалился? Потайные ходы или ловушка? Что же это такое? Вот так, как нам показали. Тихо. Тут медведь спит. Как бы его не разбудить. Проснись. Видимо, он очень устал. Убираем эти монетки. Так, мы не допрыгнем. Можно ли тебя толкнуть, телега? Можно. Отлично. Можно и топориком. Воу. Чуть не упал. Классно. И вверх, и вниз. Можно раскачаться? Видимо, нет. Либо я еще не умею. Так, идем дальше. Вижу стрелку вверх, значит, пора подниматься. Где упали, там и поднялись. И сделаем модную стрижку для овечек. Специальная, на заказ. Что за щит? Щит нам пригодится. Тут что? Опа! Еще одна монетка. Здорово. Сохраняемся. Попробуем наверх запасть. Собираем монетки. Там есть сверху, наверное. Будем лазить везде. Так, чтобы ничего не упустить. И вот мы поймали третью монетку. Вау! Есть. А что сверху? Кажется, ничего. Идем дальше. А здесь куча монет, которые мы могли пропустить. Ну, хорошо, что мы везде смотрим. Привет, братва. Вы кто такие? Кажется, вы меня ждете. Ну, отлично, я пришел. Собрали все секретные монеты и 186 обычных треугольных монет. Уровень 1 пройден. Так, уровень 2. Жители деревни были изумлены новыми силами Одмара. Помогут ли эти силы Одмару искупить себя как викинга? Быть может, Одмару удастся стать великим воином, так же, как и его друг Васкар. Но разве стоит ради этого уничтожать целый лес? Над толпой пронесся громкий ропот. «Одмар!» – возревел. «Вождь, как ты посмел принести это проклятие в нашу деревню? Так низко еще никто не падал. Смерть на поле битвы – это слишком благородная судьба для тебя. Надеюсь, Кракен преподаст тебе урок. На дне океана. Тебе не скрыться от богов, Одмар!» – воскликнул вождь вдогонку Одмару. Небо потемнело, ударил гром. Внезапно жители деревни исчезли. Одмар был ошеломлен. Кто мог забрать его соратников? Быть может, боги? Почему они не забрали его?
Он должен был узнать правду. Итак, Мидгард, уровень 2. Поехали. Уже конец? Нет. Тотем похож, но это не он. Вот. Вот так. Залез на рыбки. Ух ты. Прямо в экран. Хорошо, не запачкали. Что тут у нас? Воу-воу-воу. А тут целая секретная хижинка. Идем дальше. Точка сохранения. А! Ничего себе, вы это видели? Да, с этими шутки плохи. Привет. Ха, промахнулась. А я тобой воспользуюсь. У нас есть первая монетка. Секретная. Паучок, новый персонаж. Что это, яблочко? Сердечко. Да тебя тут очень много. Ух ты, я наступил на минное поле. Точнее, это кнопочка. Кто такой? Что за гоблин? Ух, чуть вниз не упали. Нам-то нужно монетки собрать. Да. Собираем все на своем пути. Сохраняемся. Так, что такое? Что такое? Уа-а-а! Какое-то бешеное колесо бежит за нами. Пожалуй, тут спрячусь. Пронесло. Застрял. Вижу монетку. Оу, не смог достать. Так, попробуем через ящик. Есть, отлично. Получим яблочко. Оно же яблочко, там есть зеленый стебель. Так, кажется, все постригли, все монетки собрали, можно идти дальше. Ты кто такой? У меня есть грибы для тебя. Вот, держи. Вот грибы, ежик. Не хочешь? Идем дальше. И эту лодочку. И эту лодочку. Все собрали. Что там сверху? Сверху ничего нет. Так, можно нам лодочку покататься? Тут водичка. Может быть так можно? Вау! Можно, можно. Вижу сверху монетки. Идем собирать. Есть еще что-то сверху. А ты откуда взялся? Отлично. Ребятушки, я тут вижу что-то под мостом. И кажется, это то, что мы ищем. Ага, вот она. Третья монетка собрана. Ю-ху! Не будем тебя скидывать. Лучше три монетки получим. Есть. Вот и лодочки висят. Отлично. А дальше? Что-то тут сверкает. Вот оно что. Вот как надо. Ау! Чуть не упал. Так, еще раз попытка. Ну, наверное, мы бы и не погибли, если бы попали в воду. Идем дальше. И вот он, финиш. Уровень 2 пройден.
Погнали дальше. Уровень 3. Мидгард. Поехали. Овечки, овечки, овечки. Тут у нас трамплин. Сауна, стрелка вниз. Значит, нужно нажимать стрелку вниз, чтобы подлететь. Отлично. Мы научились. Есть. Сюда. И сюда. И сюда. Ёж, ты куда? Ты кто такая? Вау. Монетный фонтанчик. Классно. А где тут еж, с которым мы не закончили? Видимо, укатился дальше. Еще новые персонажи. Классно. Трамплинчики. Погодите, монетки-то мы не собрали. Что у нас здесь? Фонтанчик монет. Берем. Вот так. Что у нас тут? Надо сходить, наверное, наверх, а потом вот сюда. Нужно подпрыгнуть так, чтобы монеты собрать. Ага. Есть. Что там сверху? Да тут целая сокровищница. Отлично. Собрали новую монетку. Секретно. Охоу! Прямо вниз. Кажись, все собрали, что нужно. Нет ли тут чего-то еще секретного? Похоже, что нет. Мышка, мышка, ты куда? Фонтанчик. Плесни-ка монетками. А не пропустили ли мы что-то внизу? Нет, не пропустили. Глупая смерть была. Я понял, можно подлетать даже, не подпрыгивая, просто нажимая. Ты кто такой? Странная дымка у тебя. Такая сверкающая, так и маяк. Сейчас мы с тобой увидимся. Так вот, можно подлетать и не нажимая, не прыгая даже. О, ты меня заколдовал. О. Так, он тут сам лежит, это рано какой-то получается. Попробуем собрать все монетки. Отправиться вниз. Тут меня кидает наверх. Класс. Рыбы летят, я понял. У него дыхнул гриб какой-то обворожительный пыльцой. Теперь Одмар. Красивым страшным сном. Что это за красавица? Красавица? Мы что-то получили, которая его спасла. Ладно, дойдем до конца и узнаем, что мы получили. Спинка, ты мне нужна.
Еще одна монетка. Прикольно. Что у нас тут есть? Тут ничего. Вот так. Ой, промазал. Попытка еще одна. Раз. Два. Давай-ка мы тут спустимся вниз, соберем монетку, сердечко, и потом только пойдем наверх. Отлично. Ёжик, иди сюда, мы с тобой не договорили. А что тут? Третья монета. Классно, собрали все монеты. Правда, пока мы бежали, мы пропустили там парочку монет, я видел. Ну, надеюсь, нам хватит и это. Да, мы собрали 222. Класс. Вот и ачивка. На этом приключения Одмара не заканчиваются. Я покажу тебе всю историю и секреты. Подписывайся на канал и ставь палец вверх. Это был Арчи. Пока.